Друзья, всем привет-привет! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, у кого что. Едем мы в магазин в Сатурн. Хочу к телефону чехол посмотреть. Вчера смотрела на Алиэкспресс, на Амазоне. Ну, посмотрю в магазине, может быть, и в магазине куплю, не знаю. Хочется что-то хорошее, все-таки телефон непростой, дорогой. Айфон взяла, кто не знает, он уже мне пришел. Я вообще вчера обалдела, звонок открываю. Почта. Телефон принесли. Я взяла iPhone 13 Pro Max. Классный. С памятью 512, да? Супер. Вообще супер. Довольная. Еще его пока не сделали. Буду потом сравнивать с этим, как вот по качеству. Расскажу вам. В общем, едем посмотреть. Может быть, там что-то подберу. Нет, значит, буду заказывать с Амазона или с Алиэкспресс. Ну, с Алиэкспресс я и так закажу, потому что мне нравятся чехлы. Вот, знаете, когда с другой стороны ручка такая, чтобы держать. Конечно, в палку селфи я не вставлю, это не очень так удобно, да. Ну, для палки селфи другой будет чехол. Надо пару чехлов иметь, да, для телефона. Вот, чтобы менять. Такие вот дела, ребят, едем. Я, конечно, довольна. Телефончик классный, голубенький взяла. Покажу вам потом еще. Вчера, правда, почитала много про этот телефон. Кто-то пишет не, ну как, кто-то пишет хорошо, кто-то плохо. Ну, все равно мне, я хотела такой. Мне нравится, что там яркая картинка, там стабилизация такая классная. Конечно, я не думаю, что он там прям отличается чем-то там, ну прям какой-то там, знаете, как супер, да, какой-то. Вот муж тоже посмотрел, как отзывы, да, и как, ну что там нового, да, Паша, хороший в принципе, да. Вот. Ну, конечно, цена кусается. Я заплатила 1600 евро. Еще плюс сейчас чехол, сейчас еще что-то. В общем, не знаю, сколько мне обойдется, но посмотрим. Хотя у меня вот этот телефон всего 1,5 года, тоже хороший. Но я уже думаю, может быть, продать, не знаю, что он валяться будет. Посмотрим. Посмотрим. У меня еще один телефон Samsung лежит, тоже неплохой, тоже может продать. Хотя, может, два телефона. Вот этот, да, сколько стоит? Да куплю, да, и все, что я буду. Она... Подожди, это шусь для студа. Хама, кстати, хороший. Я вчера про них это читала. Они неплохие. Вытаскивай, да, я посмотрю. Ну, это а, он ну, хотя бы потрогать. Ну-ка. То, что черное, не знаю, что-то как-то. И тут, а, тут просто ничего нет. Мне вот так, дай я потрогаю его. А тот, да, я попробую. Вот этот вот, смотри, вот этот еще есть. Это он, да? Да. Вот тут открыто, я хочу потрогать. Это он открытый. Держи, я его потрогаю. Дай его немножко. Он в этой. В коробке. Я, кстати, вчера читала это про них. Но тут же пусто. Ну, вот, да, да. Он тоже черный ободок. А ну-ка, где? Черный ободок. Но мне больше нравится, что он про это, как тебе сказать, полностью прозрачный. Так, еще давай смотреть. Пока возьми два в руки. Так, вот смотри, вот этот вот. Нет? Вот мало, совсем выбор маленький. Так нет, все раскуплено. А вот смотри, 13 Pro Max тоже. Как раскуплено? Вот есть. Тоже, вот видишь, подходит. Что раскуплено-то? Все есть. Надо смотреть только, где написано. А? Тоже, видишь, подходит. И на тот, и на тот. Сейчас. Ай-яй-яй. Чнюрдин. Это кто? Это кто, Паш? Ну заходи. Че? Ой, ой. Ой, любовь, 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 морковки. Так, а где свет-то? Ой, мы пляшем, ой, мы пляшем. Ой, да господи, да господи, что мы натворили тут, а башмаки? Бабтюшки мои. Ой. Ай, ай, ай.
Фу, встала, не могу. Он как он его любит. А ко мне? А ко мне? А мама? А мама? Ой, ой. Подождите, пальто. Ты маму тузи любишь. Ты мамочку тузи любишь. Ты мой котик маленький. Ты мой сладкий такой. Чё такое? Чё такое? Ой, ой, ой. Ой, полдня дома был. А что наделал? Ну, конечно, папины башмаки все у него. Это что такое вообще? А? Это что такое? Это что такое? Папины башмаки. Барнюшечка, а мы холодильник новый купили, да? Ой, любовь, любовь. Барнюш, а мы холодильник новый купили. В пятницу привезут все. Вот у нас покупки. Но зато хороший. Так, сейчас свет включу. Ой, ребята. В общем, вот это не знаю, куда мы его поставим. Ну, классный холодильник купили. Наверное, вот сюда встанет. Этот уберем, не знаю. Он такой, знаете, не сильно высокий. Этот у нас высокий. Или вот сюда муж предлагает поставить его. Ну, я не знаю, Паша. Его, в принципе, сюда и тоже можно. Слышь, будет неплохо. Паша, вот в это место, да? Точно. Слово скажи. Точно. Точно. Ой, что-то мне облетает это. Облетело. Да, облетает. Ну-ка, поговори. Ой, ой, к маме, к маме. К маме. К маме. Иди на ручки. К маме. Иди на ручки. Ой, иди на ручки. Сейчас идем, гулять идем, пойдешь. Пойдем. Пойдешь гулять, сынулька. С Пашей. Ну-ка, посмотри еще так на меня. Ой, ты котик маленький. Ой, ты котик маленький, гулять сейчас пойдет. Гулять пойдет. Башмаки папины уже там сложены. Так, время 7 часов скоро, да, его надо выводить. Чё мой сладкий такой. Ой, 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 что он делает. Ой, что он делает. Ну, поцелуйся, поцелуйся. Ой, ребят. Устали. Вот не так долго мы гуляли, да? Где-то уехали уже в 3 часа, в 4-м. Были в Сатурне, были в Медиамаркте, да? Вот. Купила я чехол на телефон, на свой новый. В общем, купили холодильник большой, да, в пятницу привезут. Сюда мы его, наверное, поставим на эту стенку. Но мне кажется, он здесь столько места займет и как-то некрасиво будет, не знаю. Ну, посмотрим, да. Вообще, я думала вот сюда. Ну, мы посмотрим. Мы сначала вот сюда его поставим, потом посмотрим. Если нет, ну, он просто вот так вот будет, наверное, вот так вот. Ну, такой, как... я его снимала в прошлый раз, показывала. Мне еще написали, ой, классный холодильник, берите. Кто-то написал мне из женщин. У кого-то есть. Да, папа, ты в туалет ходишь, наверное, мой котик маленький. Да, конечно, конечно. Да, сейчас пойдем. Так, ладно, все, отключаюсь, да? Буду вам видео монтировать. Смотри, как он это. Да, 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 да. На ручки прыгнул. Паш, ты пойдешь с ним гулять? Ну, конечно. Да? Пойдешь гулять? А ты умненький. Паш, пойдешь гулять? Пойдешь гулять. Сейчас. Сейчас мама его нарядит, оденет. Ой, 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 тебя на улице не холодно, но все равно я одену. Знаете, вечер уже. Чему мой сладкий такой. Мы сегодня в Медиамарке видели это мужчина один. Он как и собачка сидит, знаете, ну попрошайка. Да, и собачка такая хорошенькая. Мне так жалко, мне так сердце заболело. Такая, знаете, баллоночка, но она даже не баллоночка, а может быть смесь какая-то. Ну, маленькая прям. И она тоже вот с ним, знаете, прохладно там на цементе на этом. Ну, правда, на ней такая была, как тужурочка, жакетик такой. Но она там с ней что-то разговаривает, она так радуется. Говорю, ой, как увидала, у меня же душа заболела. Говорю, ой, Паш, давай заберем. Он сразу, куда сейчас, куда?
Я говорю, ну давай, говорю, хотя бы спросим, говорю, может быть, он нам его за деньги, говорю, отдаст эту собачку. Так его уговаривала, он никак не согласился. Говорит, да ну, говорит, он, мужчина, говорит, на этой собачке, говорит, деньги зарабатывает. А мне так жалко было. А он там целый день с ней сидит, день, ну, попрошайничает. И собачка бедная, говорю, в холоде в этом. А вон, посмотри. Тапочки. Вон, нет, посмотри. Нет, нет, Паш, а вон лежит. И, и башмак твой, и тапочек. Иди, принеси. Ага, принесет он тебе. Иди принеси. Иди принеси. Паша, нам домофон надо купить. Иди, смотри. Принеси. Вот это вот все свалилось. Слышишь, нам надо иди купить. Принеси. Баря, иди принеси. Почему мы сегодня были и не посмотрели даже? Нам надо это купить, сделать. Это не просто купить, это надо знать, что купить. Ну вот знай. Купить надо, посмотри. Мы обойдемся без этого дома. Ну как это обойдемся? Он уже у нас, смотри, какой. А провода торчат. Ничего. Ну конечно, ничего. Торчат. Ну ты молодец, знаешь. Да, ну, тебе надо это? Пускай торчат. Мне надо. Не обязательно надо. Я у собаки спрашиваю. Ага. Так, куда вы пошли? Куда вы пошли? Руки мыть. Руки мыть, да? А? Ну? Руки мыть. Ну ладно, тогда мойте руки. Следующая у нас покупка будет, это новая стиралка. Это уже тоже стиралки, наверное, лет 10, если не больше. И мы будем мили брать. Ну ладно. Да, Барнишка? Ой. Такие вот дела, ребятки. На улице темно, холодно. Так, прохладненько. Сейчас закрою дверь. Да? Ох ты. Довольный, довольный. Ах. Хотя у нас этот холодильник тоже неплохой. Но вот купили новый. Нам мало места, понимаете? Мало. Вот не поставить. Морозилки мало. Вот что-то, знаете, хочется покупать. Да, складывать некуда. Не каждый раз в магазин пойдешь. У нас в магазин все ехать надо. Так бы можно было побольше набрать и сложить. А места не хватает. Даже вот что купим, да, некуда складывать. Для овощей одно отделение. Хотя, говорю, Bosch, холодильник, надо теперь его кому-то или продать, или отдать. Не знаю, короче, кто его возьмет. Паша, ты не пойдешь на улицу? А, ну куда? На руки залез ко мне. И тетя спрятался, и спрятался. Он дышит тяжело, в туалет хочет. Тимок, Алёся, мальчик, конечно. Ты хочешь в туалетик, да я знаю. Сейчас, 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 немножечко подожди. Папа наш там посудку разбирает. Ну, что делает папа там? Что делает? Что делает, да? Ты мой сладенький мальчик. Ты мой хороший мальчик. Такой сладкий. Такой сладкий, да. Такой сладкий. Ой-ой-ой. 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 Тимой холёсенький такой. Такой сладенький. Прижался ко мне, на ручки залез. Я у кошек сейчас побыла, вся в шерсти вышла. Пообщалась с ними. Где Барнюська? Ты тоже коськом котись, а? Ты тоже косичком котись. Потом пойдешь. Пойдем, потом пойдешь. Мой холёсий такой мальчик. Видите, какой ласковый. Паша в посудомойку посуду складывает. Мы же сами не моем, мы только в посудомоечной машине, потому что так выгоднее. Ну и так моем тоже, но в основном посудомойки намного лучше. Посуда чистая, красивая получается. Вот. Купила я вот такой чехол себе. Такой вот для телефона. Как Хама называется? Хама фирма. То есть... Такой силиконовый, по краям у него какие-то черненькие такие эти. Но я не хотела с черными, хотелось мне просто транспарент такой, знаете, полностью прозрачный. Ну ладно, купила, купила. Потом еще на Алиэкспресс выпишу с такими держателями разными, зайду. И стекло мне надо. Так, же, так мы не нашли. Ну что такое, это для мамы. Так мы не нашли.
Теперь я думаю, что с холодильником делать. Надо кому-то ему его отдавать. Вот. Но если возьмут, а если не возьмут, надо продать, значит, тогда какую-нибудь цену такую чисто символическую, ну хотя бы, я не знаю, за сколько. Может, где-нибудь за 150, за 200 евро, не знаю. Но ему уже 11 лет. А может, за бесплатно. Посмотрим. Да, тему сладкий зевает так, зевает, сидит. Да, устал. Спать хочешь, да? Ну, что мы фалюси, мальчик. Не знаю. Сюда, наверное, не будем его ставить. Вот на ту сторону поставим. Да, Барнюш? Куда холодильник поставим? Куда? Скажи. Все, мы за него уже заплатили. Полностью заплатили. Сразу баром, скажи. Да, заплатили. Ой-ой, ко мне лезет. Смотрите, где он? Ой. Чем мой слёдки? Ой, я снимаю, Барни. Толкает меня, толкает, сидит. Барнюш, сейчас упадешь, не надо так. И лапкой меня, и чуть не целует меня. А. Это такой целовальчик такой мой, целовальчик. Вот мой телефон, ребят, голубинки, смотрите. Ой, Барнюш, лицо мам. Ой, он меня целует. Барни, ты чё? Ждать, сейчас придет и пойдешь с ним на улицу, все. Да, все. Сейчас пойдешь, жди. Молодец, ждать надо. Вот так мы его приводим, он говорим ему ждать, он сидит, ждет, никуда не убегает, он знает, что сейчас его поведут гулять. Он башмаки разбросал, один там башмак лежит. Паша, мы его в этой как его в лежанке, да? Сейчас он идет, сейчас он там дела свои доделает и идет. А ты жди, твое дело ждать. Да, молодец, молодец. Молодец, надо ждать, ждать. На улицу хочешь, я знаю. Там котята играют, он, видите, бегает. Она не все делает. Все, сейчас пойдешь. Все. Мама пойдет свои дела делать, а вы пойдете. Так ты сразу в магазин с ним поедешь? А? Да. Ну тогда. Ну ладно, тогда водички мне купи попить. Молока для кошек. Я не попаду туда. Ты в Кауфлянд не попадешь? Да.